Вас ждет смерть. О, гудки, ребят. Номер Фредди Крюгера. Алло, Эвера, и прямо сейчас мы будем звонить на номера, на которые нельзя звонить. Другими словами, номера смерть. Может что-то плохое с вами произойти, если вы позвоните, вы можете умереть. Не, ну вообще их еще называют проклятые номера, и возможно, да, действительно случится что-то непоправимое. А возможно, через несколько дней нас не станет в этом мире. Ребят, просто этих номеров дофига. Можно сказать, в каждой стране есть свой номер, после которого что-то плохое происходит. Давайте вместе сейчас посмотрим, какие они бывают, и попытаемся дозвониться. А перед этим давайте, если у вас красная кнопка подписаться прямо под этим видео, то мы сделаем ее серой. Прямо сейчас кликните по этой красной гадкой кнопке подписаться, чтобы она стала серой. Серые мы любим, а красные нет. Я уже открыл на компе, перед нами статья называется «Звонки смерти» или «На какие номера жители разных стран боятся звонить и отвечать». И первый номер — это номер 666. Мы, конечно, сейчас громкую связь врубим, и вы будете слышать, что же там происходит. В США городская легенда гласит, что если набрать номер 666, то свяжешься с самим дьяволом, но... Дьяволом! Возможно, мы сейчас Александра... Так, ребят, возьмем. Я звоню и включаю на громкую связь. Смотрите. Номер набран неправильно. Пожалуйста, будьте внимательны при наборе. И повторите попытку. Что и ожидалось. Но, возможно, тут же написано, что это легенда в США. А как мы знаем, что в США международный код плюс один. Давайте попробуем. Плюс один, 666. Нормальная идея? Ну, давай, да, нормальная идея. И, кстати, если вы не знаете, то у нас есть видосы на каналах с одержимыми дьяволом людьми. Это вот к разговору о дьяволах. И если вы не смотрели по каким-то причинам, то мы оставим прям плейлист со всеми этими видосами в описании. Там очень интересно. Так, я набираю плюс 166, ребят, буду звонить через Skype, чтобы, ну, меньше денег потратить. Так, и врубаем на... Так, а он просто скинулся вообще. Давай вы ввели недопустимый номер, проверьте его и повторите попытку. Не сработало, окей, давайте идем дальше. Ну, номер 666666666666. Некоторые люди действительно верят, что с таких номеров звонит сам дьявол, поэтому отвечать на них категорически не рекомендуется. А как только адресат получил подобный звонок, в большинстве случаев с номер самым загадочным образом просто исчезает. А что будет, если мы сами позвоним на этот номер, а? Нам тоже там дьявол ответит такой: привет. Ну вот, 666666666. Итак, да. Я нажимаю позвонить. И... Номер набран неправильно. На этот случай есть здесь есть единичка. Дополнительный то есть, номер. Я так понимаю, номер в США, и давайте мы... Плюс один, шесть, шесть. Шесть, 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 шесть. И звоню. Получается 10 шестерок. Опа! Вы получили... Знаете, идентификатор, что-то... Нет ответа, он сразу скинул просто. Как будто бы он не хочет отвечать. Ладно, может, он нам попозже перезвонит? Может быть, дьявол сейчас занят, у него какие-то другие дела? В Таиланде проклятым номером является 999999. Считается, что если позвонить по этому номеру и загадать желание, то оно хоть исполнится, однако в течение нескольких дней звонившего ждет гибель. Гибель! 99... Короче, честно, я не верю. 99999. Звоним. Так, громко... Номер набран неправильно. Пожалуйста, будьте внимательны при наборе. Телефонный код Таиланда плюс 66. Плюс 66, потом 999-999-99. Звоню. Так. Подключение. Опа. Но типа номер не существует, но, к сожалению, не получилось. Погнали дальше. Этих номеров здесь еще просто дофига. В Японии этот номер всем известен как номер Садака, призрак из фильма ужасов «Звонок». Если позвонить и ответить по этому номеру, то с другого конца провода до вас донесется пронзительно оглушающий крик, а в течение следующей недели вы погибнете от несчастного случая. Я, если честно, прямо сейчас смотрю на эту картинку, у меня мурашки по всему телу, потому что я в детстве всегда боялась смотреть фильм «Звонок». Вы смотрели этот фильм или нет, как девочка из колодца? Ну тут такая... на самом деле, ребята, жесть. Высокие шансы, потому что в фильме «Звонок» там реально звонили по телефону. Так, я набираю. Не будем ждать. Так, вызов идет, ждем. Извините, номер не существует. Короче, фильм там... набран неправильно. Sorry. Ты слышал, там сначала такой тык-тык был? Ну, там какая-то помеха была в самом начале, нет, перед тем, как она говорит? Код Японии, посмотрим. В Японии мы не были, к сожалению. Да, плюс 81, и попробуем позвонить по японскому коду, потому что, ну, через Skype, типа, как бы логично, что в России, типа, он не работает. Вы, кстати, в курсе, что через Skype можно звонить, ну, так же, как плюс по обычному 81, телефону, главное, чтобы там был пополнен 90, 44, баланс. 44, 44.
И еще 4, 4, 8, 4, 4, 4, короче, всего. О. Так. Сразу на громкость. Подключение, ребят, идет подключение. Блин. Вывели недопустимый номер, проверьте. Нет. И повторите попытку. Какого фига тогда там шло подключение? Я не знаю, возможно, это о чем-то говорит, ребят. Может быть, нас кто-то пытается обмануть? В Болгарии также есть свой проклятый номер, который убивает тех, в чем мобильном телефоне он записан. Давай еще запишем его. 088-888-888. Правильно? Не, ребят, короче, давайте просто проверим эту теорию. Напишите в комментах, если вы хотите, чтобы мы записали этот номер у себя на телефоне. Ну вот я записываю проклятый. О, блин, реально. Номер Болгария. Короче, давайте оценим это действие. Ребята, я уверен, смелое телефон это не действие. Мой. Так, в смысле? Так, ребят, звоню. Проклятый номер Болгария. Извините, номер не существует. Ребят, давай. Если со мной что-то случится, знаете, кого винить. Это проклятый номер. Код Болгарии. Давайте посмотрим. Плюс 359, окей? 0. 8, 8. 3 восьмерки, 3 восьмерки, 3 раз, восьмерки. 2, 3, раз, два, три. И звоним. Итак, включаю громкую связь, ребята. Так, вывели недопустимый номер. Проверьте его, повторите. Хорошо, может, попытку. Без нуля тогда? Ну давай попробуем, но мне кажется, это не особо поможет. 888-888-888. И звоню, и на громкую связь. Да. О, ребят. Слушайте, то есть номер существует. Сейчас, он существует, но он телефон не включен или типа вне зоны покрытия. Ну да, вне зоны действия сети. Если вам интересно, то вы можете позвонить на этот номер и узнать, действительно ли он работает. Может быть, он будет включен в другое время. Или напишите в комментариях нам, и мы тоже по нему звякнем. Данного номера слышатся жители некоторых азиатских стран, ведь по их мнению, если позвонить на него, то мужской голос скажет вам распространить этот номер среди 15 человек, иначе вас ждет смерть, ребят. Ну. Потом еще скопировать это же сообщение и послать куда-нибудь в Телеграме 15 своим друзьям, да? 000-000 и еще 0000. Короче, все, я звоню. 10 миллиардов. Номер набран неправильно. Пожалуйста, будьте внимательны при наборе. Ну, слушайте, ребят, какая-то хрень, в общем, пока что... Погнали дальше, номеров еще куча. Есть какие-то супер странные номера. То есть это не просто 666 и там 999, 777 и так далее. А здесь они уже составные. Получается, первый номер. При звонке сначала несколько секунд стоит тишина, а затем раздается ужасный шум. Номер набран неправильно. Пожалуйста, будьте внимательны. Так, я так понимаю, это американский номер. Давайте попробуем на Америку звонить. А потом мужской голос на фоне бензопилы. Ты бы испугался, если бы ты услышал вот это жжж и там... Так, ребят, звоним. Включаю громкую связь. А почему... А. Ребят, вы слышите? 1 7 Ребят, это жесть. И все, он скинул, типа, или что? Не, идет еще. Офигеть. Слушайте, реально, блин, там звук бензопилы был. Так жестко. Ладно, скидывай. Ребят, я не знаю, тут не написано, что будет вы с нами. Вы можете как-то сами проверить, да, я не знаю, что будет. Нет, ладно, не проверяйте это, просто реально не делайте этого, потому ребят, что ребят, это заверен телефон, я в большей безопасности сейчас нахожусь. Блин, ты вообще, зараза. Блин, это было жестко. Смотрите, дальше вот еще телефон, который... Поставьте лайк, если вам понравился такой экспириенс. Впервые обнаружен в клубе на флеш-накопителе, подвергает абонента паническому настроению. Вот такие звуки меня, в принципе, подвергают паническому настроению, вот, когда я слышу пи-ри-ри, вот это вот. Следующий номер 0123. Что это? А это какой, американский? Тут появился, как думаешь, дьявольский комар какой-то. Американский номер? Ну а как ты определишь, американский? Ну давай попробуем на русский и на американский. В трубке слышится умоляющий женский голос с фразой «помогите» и навевает мрачный мысль. Так, звоню на русский номер. Это какой-то SCP-телефон, ребята. Здравствуйте,
Вы позвонили в службу поддержки эквайринга Сбербанка. Для получения информации о порядке проведения операции нажмите 1. Умоляющие женские грозы, мрачные мысли. Да, ребят, это, знаете, как это из тюрьмы, из службы поддержки Сбербанка звонит. Вот, ладно. Кстати... О, смотрите, номер из разряда так называемых красных считается, что при ответе передается мощная доза электроэнергии, вызывающая сердечную недостаточность, кровоизлияние в мозг, приводящее к мгновенной кончине. Ой, у меня в детстве были проблемы с сердечком, так что я боюсь, что мне надо отсесть подальше. 0-802-311-1999. Звоним, ребят. Ваш звонок не может быть осуществлен. Пожалуйста, обратитесь в абонентскую службу. Слушайте, ну это другое, как бы, вот я не знаю. Давай еще попробуем. Короче, при ответе передается мощная доза электроэнергии, так что да. Сразу, когда этот чел начал говорить... Вот, давайте второй красный номер. Ваш звонок не может быть осуществлен. Пожалуйста, обратитесь в абонентскую службу. Противно у него голос, на самом деле, аж башка начинает болеть. Так, ладно, давай дальше звоним. Так. Подожди, блин, мы забыли сказать самое главное. Ребята, у нас теперь появился свой мерч. Да, ребят, смотрите, какой классный. И мы теперь в них гоняем, мы очень счастливы. И вы также можете приобрести и стать частичкой нашей большой команды. Да, ребят, куча расцветок, куча вариантов, ссылка будет в описании, блин, так что переходите, смотрите. Качество просто, я кайфую от него. Звоним на номер, я так тоже понимаю, он американский. И там что-то будет женщина, короче, умолять, там типа какую-то жесть будет произносить. Те, кто связываются по данному телефону, слышат женский голос, произносящий случайные цифры, либо необычная инструкция. Одним людям кажется, что это... Абонент недоступен. Еще раз позвони. Что это головоломка. Они даже развлекаются, другим даже мерещатся темные силы, наводящие ужас. Так, на российский номер звоню. Пожалуйста, будьте внимательны при наборе. И повторите попытку. You have dialed the wrong number. Окей, давайте попробуем позвонить в Америку. Вот тут написан номер Фредди Крюгера, это интересно. Создан кинокомпанией в рекламных целях, принадлежащей якобы Фредди Крюгеру, сильно пугает ой, людей. Ой, все, нет, как бы не пугает не уже, все, перестали работать, чуваки. Так, звоним дальше. В трубке слышен пугающий шелестящий шепот. Я могу им организовать такой, если что. Может быть, СМР. Так, я звоню, ребят. О, идет. О, гудки, ребят. Ребят, напишите в комментариях, как вы думаете, что это? Это жесть вообще. Так, все, связь оборвалась, ребят. Реально, блин. Из этих номеров несколько реально работают. И я на самом деле не знаю, что с нами будет в дальнейшем. Так что будем внимательно следить за своим самочувствием, за своим мерчом, который вы также можете приобрести. Ребят, я не знаю, работают они или нет, но потому что пока что с нами не произошло ничего плохого. О боже мой, ну там пару номеров же заработали. Это что, блин, такое было, Вер? Да. Ладно, ребята, обязательно подписывайтесь на этот канал. Следующее видео будет на канале Алоэ Вера. Подожди, стой, Вер, стой. Какой подписывайся? Что произошло вообще? Я думала, это Марта.